Всем привет, меня зовут Кабанов Артем, я чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу среди юниоров, чемпион России по американскому футболу, начинающий боксер, и сегодня я покажу то, как я тренируюсь. Victory Distribution представляет персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона. Боксом я занимаюсь относительно недавно, около 4 месяцев. Вот, даже был опыт соревновательный. Мне это очень интересно. Я считаю, что это всестороннее развитие человека. И бокс – это прекрасный и красивый вид спорта. Сейчас мы проведем легкую тренировку по боксу. Это будет своеобразный аналог кардиоразминки. Потому что я считаю, что единоборство это намного интереснее и для мужчин полезнее, нежели монотонная ходьба на беговых дорожках или велотренажерах. Перспективы, там потенциал огромный, да, данные хорошие, даже для его веса руки довольно-таки быстрые, но с учетом того, как он занимается, то есть там из серии там раз в неделю там на лапах поработает, то есть реализовать себя полностью пока не может. Как бы надеюсь, что все-таки найдет он время уделять больше внимания боксу, и тогда я уверен, что результаты должны прийти. Также на протяжении 6 лет я играю в американский футбол, являюсь чемпионом России, обладателем Кубка России. Вот. Американский футбол – это, безусловно, очень интересный вид спорта. Он является скоростно-силовым, то есть помимо непосредственно физической силы, нужна динамика, скорость и взрывная сила ног. Сейчас я покажу вам несколько скоростных упражнений, которые мы используем при подготовке к сезону. А сейчас мы переходим к моему основному виду спорта, к пауэрлифтингу. Я в нем с 2010 года. Мои лучшие результаты – это 887 килограммов без экипировки в троеборье. Мой лучший жим – 235. Вот. Очень хочется собрать тонну и остаться в том же весе, в котором я сейчас нахожусь. Есть мнение, что силовые виды спорта закрепощают. Оно отчасти верно. Однако, например, я с детства люблю подвижные игры, поэтому я довольно успешно играю в американский футбол. И мои мышцы мне не только не мешают, а и помогают. И в американском футболе, и в пауэрлифтинге у меня сейчас межсезонье, поэтому я работаю с небольшими весами. У меня идет работа с паузами на взрывную скорость и на наработку движения. Сейчас мы будем делать отжимания на петлях TRX. Это функциональное упражнение. В нем прекрасно задействованы мышцы-стабилизаторы. И несмотря на его кажущуюся легкость, с собственным весом более 100 кг, также после предварительного утомления, оно становится довольно тяжелым. Вы были на канале Body Mania. С вами был Артем Кабанов. Развивайтесь всесторонне. Всем пока!